Вот какая ерунда приключилась у кота. Поселилась в его доме настоящая беда. Беду звали Воробей. Был он всех зверей шустрей. Наглый был, что нету слов. Всех гонял по дому он. Из большой кошачьей миски стали пропадать сосиски. А у крысы Воробей поклевал весь сельдерей. С Кеннером ввязался в драку и поранил ему лапу. Кот хотел его поймать и нахало наказать. Только птичка Воробей оказался похитрей. Когда кот его схватил, сразу клювом получил. Воробей пошел в разнос, сильно клюнул кота в нос. Разобравшись с котом, на уши поднял весь дом. Он по комнатам летает, на зверей страх нагоняет. И с тех пор наш воробей стал главнее всех зверей. Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать на нашем канале «Домашний зоопарк». Такое стихотворение я написал неспроста, так как воробей у нас действительно из всех зверей самый бандит, можно так сказать. Несмотря на то, что он самый маленький, он самый наглый и самый большой забияка. Каким бы большим ни казался кот, но воробей, не раздумывая, когда у него нет настроения, ввязывается с котом в драку. Конечно, нужно отдать должное нашему коту, он тоже терпеливый и, если отвечает воробью, то не очень сильно, а молодец, он рассчитывает свою силу и наказывает хулигана не сильно. Но воробья это не останавливает. Если он хочет достать Рико, то он его достанет, пока Рико от него не убежит. Опять же, все потому, что Рико у нас парень интеллигентный и не хочет обижать эту мелочевку. Хочу вам напомнить, друзья, что у нас появился свой собственный сайт. Называется он «Котозаврик». Найти его можно по адресу котозаврик.ру. На сайте вы найдете стихи про котов, рассказы. Все мое, все авторское. Поэтому заходите, очень будем вам рады. На этом я с вами прощаюсь. Всем пока и до новых встреч.